Здравствуйте, я сама с Донецка. Еще с 2014 года уехала в Киевскую область. Ну и опять началось в Киевской области. Мы поехали во Львов, со Львова мы приехали сейчас сюда, в Кировоградскую область. У меня двое деток, и мы здесь живем, нам дали небольшой домик. Ну, платить тоже надо что-то. Получаю я только по утрате кормильца социальную выплату. Получала за март, за апрель ВПО. Сейчас на данный момент я этого не получаю. Живем как можем. У меня деткам двое деток. Девочке мне 6 лет, мальчику 8. Ну, как дети. Детям пыталась объяснять так, чтобы они более спокойно это переносили, меньше это видели. Ну, в общем, мы вовремя просто выезжали. Мы не попадали под какие-то сильные там это самое. Видели дети и ракеты, и взрывы, но где-то в стороне, не возле нас. Ну, как бы все вот так. Я работала когда-то на Укрпочте. Недолго, 7 месяцев. Ну, в общем, все потеряно, все утратено. И мы очень много бегали с одного города в другой. Потом во Львове приняли ВПО. И так там начали во Львове тоже бомбить. Ну, за Львовом. И тоже дети там увидели ракету. Я испугалась, чтобы но больше такого они меньше видели. Мы уехали сюда, в Кировоградскую область. И находимся на данный момент здесь. Нам очень необходима ваша помощь. Пожалуйста. Если вы можете нам помочь, помогите, пожалуйста. Мы будем вам очень благодарны. Всего вам хорошего. Спасибо, что вы есть.